Привет, друзья, на нашем марафоне. Мы вам там уже дали несколько видеоматериалов, дорогие мои. Там есть и синхрогимнастика, которую Наташа там вам скидывала, в которых есть упражнения хлёст руками по спине, весь назад, весь вперед с проходом вниз, упражнения шалтай-болтай, упражнения идеорефлекторные, ключевой стресс-тест и вообще выход на состояние легкости, такого состояния благотворного блаженства, которое само по себе обладает восстановительным лечебным эффектом, само по себе обладает потенциальным восстановительным эффектом. И мы там говорили и писали, что вы ежедневно 5 минут посвящаете этим упражнениям. Вы просто просматриваете вот эту ленту свою в чате, пишите свои рекомендации, пожелания, вопросы. И в двух словах пишите, какой эффект у вас происходит. Потому что это очень важно для закрепления этого эффекта, чтобы потом в жизни своей, где бы вы ни были, только вспомнили об этом, и вам сразу стало легче. Ну а я пока дописываю свою картину для внучки. До встречи, друзья. До встречи. Да, мы просто еще раз все эти видео сбросим, да. Чтобы они компактно висели. Да, да, вот. Чтобы они компактно висели. Да, и пожалуйста, не ждите от меня каждый день. Каждый день не ждите от меня этого. Вы занимаетесь для того, чтобы вы у себя воспитали навыки саморегуляции, чтобы вы сами могли все это делать. Вот же в чем цель. Чтобы у вас были прочные навыки управления своим состоянием. И потом вы сравните, что было до того, и как у вас стало. И тогда вы увидите большую разницу. Вот же в чем дело. Да, и тогда мы дадим новые какие-то задания. Да, да, тогда мы дадим задания. Да. Да, а не каждый день, друзья. А вы это делаете 5 минут в день, без всякого насилия над собой. Потому что эти практики, это ключ, который не требует от вас никаких напряжений. Это даже для ленивых. Это находка для самых-самых занятых людей, для самых ленивых. Такие простые упражнения, дающие такие мощные, восстановительные, гармонизирующие, раскрывающие творческие качества. Ну, потрясающие. Ну, вы делаете и все узнаете.